Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова здесь на проекте Мазин Хули Плей. Это второй сервачок. И в этом ролике, пацаны, вас ждут будни дальнобойщика. То есть это наша новая рубрика. На прошлом ролике вы показали очень хорошую активность. Вы набрали 180 лайков. Давайте на этом ролике тоже вы покажете хорошую активность, чтобы, так сказать, закрепить результат. И я знал то, что вы хотите видеть каждую неделю будни дальнобойщика. Но в этом ролике, пацаны, мы будем с вами катать рейсы, кайфовать, общаться, поэтому видосик будет довольно-таки интересный. То есть сегодня у нас будут первые зимние будни дальнобойщика. Я вам покажу новые приколюхи, покажу вам свой скилл дальнобойщика, также расскажу информацию про компанию. Поэтому смотрите видос от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я очень хочу добить до Нового года 22 тысячи подписчиков, поэтому если вы вдруг не подписаны, то пожалуйста, подпишитесь на канал. Также не забывайте про самый лучший промокод, пишите /mm, 7-й пункт промокод, указывайте друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете просто-напросто уровень, а вкачать уровень очень просто с помощью квестов. Но я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, первое, что вам нужно сделать, это получается купить грелки, потому что все-таки зима, пацаны, наступила, сейчас холодно, а когда ты работаешь дальнобойщиком, то печку тебе включать как бы невыгодно, потому что очень быстро будет кончаться топливо, поэтому, пацаны, у нас как бы есть свой бизнес, если что, в Роговичах, поэтому можете сюда приезжать закупаться, как бы самые, в принципе, адекватные цены, поэтому, кто желает, приезжайте, покупаем, короче, грелки, я постоянно их покупаю, потому что без них, пацаны, рейсы вообще катать невозможно, то есть мне проще потратить там 10 тысяч на грелки, чем каждый там полчаса останавливаться и заправлять магнум. Пацаны, насчет как бы моего скилла дальнобойщика, в принципе, все очень даже хорошо. Я вам сейчас это продемонстрирую. У меня уже 28-й скилл дальнобойщика. Сегодня получается пятница. Я хочу за выходные апнуть 30-й скилл дальнобойщика, а потом уже, в принципе, до Нового года апнуть 50-й скилл дальнобойщика. Я думаю, в принципе, у меня это получится, потому что я на уверенных просто движениях качаю скилл, поэтому по идее у меня должно все получиться. И расскажу вам еще про контракты, потому что многие об этом не знают, и многие теряют реально очень хороший шанс заработать. Как бы у нас компания очень такая интересная, очень хорошая, уже 63 награды. То есть, пацаны, нам нужны реально работяги, которые будут хорошо работать, а желательно вообще лички, которые будут реально хорошо катать и тем самым нам помогать брать топы. То есть сейчас реально появилась очень хорошая конкуренция, то есть для Delivery Club появилась новая компания. То есть сейчас реально конкуренция очень большая, и каждую награду мы, к сожалению, забирать не можем. То есть у нас реально нехватка личек. Если вы хотите реально хорошо заработать, то приходите к нам в компанию. У нас как бы есть контракты. То есть у вас сейчас на экране есть контракт, с помощью которого вы сможете как бы заработать очень много денег. Кому интересно, можете просто взять и поставить на паузу и как бы прочитать этот контракт. Я вам вкратце просто расскажу то, что если вы, допустим, накатываете за неделю 1 миллион, у нас, если что, стоит процент 12, то вы получаете этот 1 миллион обратно. Но вам нужно этот 1 миллион накатать в промежутке одна неделя ровно, то есть 7 дней. Есть еще одна темка, то что если вы накатали 5 миллионов, получается, за месяц, вам отдают 5 миллионов и 3 миллиона вы получаете сверху. То есть это реально возможно. У нас пацан за 2 недели накатал 5 миллионов и на руки он себе накатал 25 миллионов. Ну что ж, я думаю, насчет наших контрактов в компании вы, в принципе, все поняли. То есть, у нас есть контракты, у нас есть свой дискорд, где мы толпой сидим, общаемся. Также есть беседа ВКонтакте, поэтому, пацаны, кто желает прийти к нам работать, буду как бы всем рад. Но реально, пацаны, идите именно работать. То есть, просто так состоять в компании не нужно. То есть, когда мы просим вас сесть за магнум и работать, то, пожалуйста, вы это должны делать, как бы. Мы никого, как бы, не заставляем, у нас, по сути, даже нормы нету. Но когда надо, пацаны, вы должны взять, сесть и ебать. Ну что ж, давайте, я думаю, начнем. Как бы наш будни дальнобойщика. Я вам, в принципе, вкратце все объяснил, рассказал, показал. Ну, пацаны, как бы за 2 недельки я вкачал почти 30-й скилл. Я считаю то, что, ну, как бы это очень даже неплохо. Сейчас будем, короче, катать рейсы.
Будем стараться забрать топ в 12 часов по МСК. Кстати, пацаны, насчет номеров. Помните, я снимал видос как бы про этот магнум, то, что я его там собирал. Поставил на него там неон, туда-сюда. Я, пацаны, наконец-то нашел номера мэр четверочки. Я попросил своего друга их купить. И примерно через 2 недельки я у него эти номера выкуплю и поставлю себе на магнум. Также зимним обновлением добавили новые плюшечки для дальнобойщика. Я вам сейчас покажу просто такую темку, пацаны, классную. Многие уже, в принципе, знают об этом. То есть, допустим, вот я отъезжаю, как бы прицеп хрен знает где, я просто беру, пишу команду /груз, и у меня цепляется прицеп. Эту команду можно использовать раз в 5 минут. То есть, пацаны, это реально максимально удобно, теперь не придется там ждать админов. Также, пацаны, еще пофиксили, получается, прицеп, то есть белый прицеп теперь не будет багаться, он нормально теперь подцепляется. Теперь машина не застревает, как бы. На самом деле, вот эта новая команда груз очень, в принципе, полезна, потому что, ну, реально, не всегда, как бы, админы есть в сети, многие админы заняты. Да и, в принципе, теперь в репорт админов не буду дальнобойщики задрачивать, то, чтобы они им зацепили прицеп. Теперь вы можете реально сами это делать, то есть, это максимально просто удобно. Я считаю, это просто самое лучшее, что можно просто было придумать для дальнобойщиков. То есть, теперь ты просто вот так берешь прицеп, опа, можешь, как бы, отъехать вообще хер знает куда. То есть раз в 5 минут вы можете себе взять вот так спокойненько просто бабах и прицеп на месте. Теперь катать рейсы стало максимально как бы комфортно. Теперь как бы вы ни в чем, грубо говоря, не нуждаетесь, то есть вы можете как бы себе теперь сами зацепить прицеп, то есть помощь от администрации вам теперь вообще по сути не нужна, ну если вы разве что там где-то застрянете, то да. Теперь, пацаны, по сути каждый из нас, каждый кто дальнобойщик, это, знаете, такой полуадминистратор, потому что, ну, раньше эта команда была только у администрации, теперь эту команду у администрации забрали, теперь мы сами как бы можем себе цеплять груз. То есть реально, пацаны, дальнобойщики просто поднялись, теперь дальнобойщики это не просто игроки, а знаете, такие пацанчики, у которых есть такая вот крутая возможность самому себе просто взять и зацепить прицеп. Итак, дамы и господа, короче, по итогу я сошел со сборки, потому что мне со сборки, ну, как бы поудобнее, покомфортнее играть. Я не знаю почему, я просто привык со сборочки всегда рейсы катать. Графика, конечно, очень красиво, но, к сожалению, у меня не такая плавная игра из-за того, что у меня, ну, не очень, как бы, мощный компьютер, поэтому я решил все-таки рейсы зайти и покатать со сборочки. Короче, данная ситуация на момент, мы, как бы, сейчас жестко катаем, надо забрать топ в 12 часов по МСК, топ через 45 минут, поэтому сейчас буду максимально просто катать рейсы, максимально быстро. Я хочу в этой серии постараться еще вкачать 29 скилл. Сейчас давайте быстренько посмотрим, сколько мне осталось. Мне осталось еще, получается, 20 с чем-то рейсов, короче, мне осталось. Ну, много, но, в принципе, реально это сделать за 40 минут, я думаю. Поэтому, пацаны, не переключайся. Сейчас будем просто катать, ебать, просто будем сейчас гонять. Ну, реально, мы хотим до Нового года накопить хотя бы, ну, 150 наград, поэтому нужно реально очень хорошо работать. Да и в принципе мне нужно реально быстро качать скилл, потому что все-таки 50 скилл качать надо до Нового года в любом случае, поэтому надо хорошо работать и стараться брать сейчас короткие рейсы. Ну хочется реально уже 30 скилл просто вкачать, потому что я вот катаю, пацаны, просто 30 скилла рейсов очень просто много, и ты такой с 28 такой стоишь просто. И надо будет, короче, еще заехать сейчас штраф оплатить и купить грелок, потому что у меня ни одной нету, я как бы перезаходил, поэтому надо будет заехать 24 на 7. Так, где наш 24 на 7, любименький, родной, в котором самые лучшие цены, пацаны, не забывайте закупаться. Как бы все для вас, пацаны, ценники самые приятные просто, которые могут только быть. Сейчас фастиком быстренько скупаемся. Я планирую долго катать, поэтому я сразу беру 5 грелок. Я думаю, на 40 минут мне их в любом случае хватит, потому что я буду максимально сейчас активно катать до топа. Не тросик подрубаем, полетела, роднулька. Давай, газуй. Так, рейски, 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 рейски. Так, склад есть. Поехали. Склад близко. Полетели быстренько. Берем хоп-хоп туда-сюда, ебать. Берем газульку, даем вот так вот. Опа. Опа, газу, 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 газу. Просто берешь такой, опа. И полетел, полетел. Давай, родной, давай. Дал-дал, ушел, дал-дал, ушел. Нитро нету, нитро нету. Давай, давай, давай. Газуй, 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 газуй. Ладно, пацаны, просто настроение реально поднялось. Я просто утром вообще не выспался. Ну, проснулся рано сегодня. Я уже второй или третий день подряд просыпаюсь просто в 6 утра. Солнышко за окном как бы выглядывает. Настроение поднимается, поэтому ебашим рейсики просто. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, мы успешно заберем топ, потому что остается буквально 30 секунд. Я сделал около где-то 20 рейсов, наверное, за, получается, полчаса. То есть, реально, я хорошо покатал. Опа, пацаны, поздравляю,
попали в ряды лучших и получили особую награду. А, промокод я типа ввел, я понял. Нихуя себе. И какой-то уникальный приз я выиграл. Подождите, а что я выиграл? Ебать, я Ладу Приору выиграл, прикиньте. Нихуя себе. В принципе, у нас отрыв был хороший. У нас был отрыв там около 100 рейсов. Сейчас еще попробуем в 3 часа забрать, но это я уже показывать не буду. Ух, ебать, ты что, Валера, тормози, блядь. Уебался чисто, ебать, Валерка. Разъебался трошки обратно. Так, мне там, по-моему, осталось около 7 рейсов. И у меня будет уже... Вот я обожаю вот такие короткие рейски, там Арзамас 2, этого 2, этого 2, Арзамас 2. Вот я бы такие рейсы целый день катал бы. То есть, возможно, сегодня я даже вкачаю 30-й. Залетаю я, сдаю рейс я, беру рейс я, ля-ля-ля-ля-ля. Ну что ж, дамы и господа, я успешно вкачал 29 уровень с кайфом, просто с кайфом. И я надеюсь, то, что может быть сегодня, может быть завтра, я уже вкачаю 30-й. И до Нового года надо ебануть 50-й скилл. И если вам понравилась эта серия «Будем дальнобойщики», то, конечно же, поставьте лайк, пацаны. Подпишитесь на канал, приходите обязательно на мои стримы. Давайте постараюсь на этом ролике набрать 150 лайков, чтобы я понял, то, что вам нравится «Будем дальнобойщика». И я буду выпускать эту рубрику каждую неделю. Поэтому все, пацаны, зависит от вашей активности. Все ссылочки есть в описании. Заходите, смотрите. Начинайте играть вместе со мной на втором сервачке. Не забывайте вводить по промокод. Я могу вас принять в семью, в компанию. Приходите ко мне на второй сервачок. Я буду, в принципе, всем рад. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.